Чувашии продолжается всероссийская перепись населения. Она продлится до 15 ноября включительно. Ее проведение в столице республики обсудили сегодня на совещании в Чебоксарской администрации. По данным глав районов столицы, на сегодня 64% горожан уже приняли участие во всероссийской переписи населения. Наименьшие показатели наблюдаются в Московском районе. Здесь процедуру прошли только 60% жителей. В РИО главы городской администрации Андрей Петров отметил, что процесс переписи необходимо ускорить. К завершению кампании менее 90% есть над чем работать. Поэтому, еще раз повторяюсь, главы районов на этой неделе кровь из носа должны мобилизоваться, принять все силы, чтобы задача была решена. Напомню, перепись в онлайн-режиме через портал госуслуг и на стационарных переписных участках продлится еще неделю.